Заминированный внедорожник взорвался в ливанском городе Хирмель. Жертвами теракта стали 4 человека. Еще 28 получили ранения. Трое из них в критическом состоянии. Как сообщают местные СМИ, взрыв прогремел возле школы у въезда в город. Руководство учебного заведения заверило, что никто из учеников не пострадал. После взрыва на расположенной поблизости автозаправке начался сильный пожар. Прибывшие на место ливанские военнослужащие блокировали территорию. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Джебхат ан-Нусра». Ее члены воюют против правительственных войск в Сирии. Теперь власти опасаются, что за этим взрывом последует серия атак.